Всем доброго времени суток. Надеюсь, вы будете смотреть меня ночью, потому что сегодня с нами Outlast 2. Я Алексей, канал Unrise Game. Очень много людей просили, чтобы запилил, может, какой-то хоррор, да, ну вот, и в эту часть Outlast я не играл вообще нисколечки, я даже не видел ни одного прохождения, максимум тизер перед самым выходом игры. Поэтому я надеюсь, всем вам, как и мне, будет интересно, вот, ну, конечно же, вместе мы ее и пройдем. Ну, на самом деле, посмотрим. Первую часть я, кстати, тоже не осилил. Так, побегал немножко, но это было очень давно. В принципе, игрушка мне понравилась. Посмотрим, что они сделали во второй части. 21.00. Ну, вот самое то, да. Не, у меня еще тут день, конечно. Кстати, вот я что не стримил до этого, были дела. Я сегодня также проездом, поэтому стрим сегодня будет, может, часика полтора-два. Ориентировочно, вот как раз-таки мы его потратим на эту замечательную игру. Дальше мне придется где-то опять дня на 2, на 3 пропасть. Ну, а потом мы, естественно, вернемся. А, ночью еще то ли будешь стримить? А, ночью еще что ли будешь стримить? Нет, сегодня я, к сожалению, в ночь работаю. Это я говорю там для тех, вот у кого-то, может быть, знаешь, сейчас ночь или потом будет ночью смотреть записи, кто на стрим не попал. Вот, ну что ж, поехали. Так, новая игра. Нормальная, высокая, кошмарная псих. Блин, хоть бы описание, я не знаю, придумали. А, ага. Ну смотрите, на психи мы точно не пойдем, потому что там стопудово, если тебя убьют, надо будет начинать все сначала, кошмарное. Ну, слишком перебор, давайте пойдем на высокой. Мне кажется, это самое оптимальное. Если потом можно будет изменить ее в процессе игры, ну, изменим, да, на более высокую. А так, пока стартанем с этой. Игра Outlast содержится на тяжелого насилия, изображения крови, графический, сексуальный контент и ругательство. Наслаждайтесь. Спасибо, спасибо. Так, Лин Лагерман занимается журналистским расследованием убийства беременной женщины, произошедшего при невероятных обстоятельствах в одной из деревень Аризоны. Вы, Блейк Лангерман, ее муж, помощник и оператор, снимайте все, что видите. Ни один из вас не умеет драться, чтобы справиться с ужасами, ожидающими вас в пустыне. Единственный вариант – бежать, прятаться или умереть. Спасибо за предупреждение. Это хоррор или хардкор? Это хоррор и хардкор, как я знаю. Ну, хоррор это 100%, насчет хардкора, ну, не знаю, посмотрим. Не играл в эту игру, не игрульку, ну, в принципе, как и я, говорю, поэтому вам также будет интересно. Психа давай. Не-не-не-не-не. Псих точно не получится. Там стопудово сдохну и дальше заново начинать не хочу. Только не кричи сильно, а то голова болит. Ну, я постараюсь быть сдержанным. Ну, зависит все от игры, на самом деле, как она будет пугать. Так, ну погнали. И когда будешь признан к ответу Господом, защищая его рай, пролив кровь из... Да я не успел дочитать-то. Ну окей, видимо, это местная подсказка. Пожалуйста, Блейк, где ты? Мне страшно. Я бы прил, как я боюсь, ну ладно. Ну, в принципе, можно и так. Он идет. И это не я кричал, если что, граф, ты... ты не пугайся, это не мой крик. Если будет действительно где-то что-то громко, скажите, там, потише сделаю. Я так понимаю, это его баба, и она решила ему мозг вынести. Я через 6 дней в Китае, там много психов насматриваюсь. Круто тебе, слушай, командировка или отдых? Насчет много ли там психов, не знаю, никогда не интересовался, и я там не был. Ну давайте, я все уже читать действительно не буду. Я думаю, субтитры всем видны, если что. Плюс я тут и с вами периодически разговариваю. Fuck? Fuck. Soft,
Так, о, я могу чуть-чуть головой крутить, прикольно. И то, и то. Так, у нас Full HD камера, 50 метров в секунду, о, норм, чё. Потрясное качество, по идее, должно быть. Только батареечка разряжена. Я не хочу тебя снимать, я хочу снимать окрестности. Уйди отсюда. Ребята, она мне портит это, вид кабины вертолета. Чего? Плод какой-то. Меня это немножко напрягает, ребята. Ой, судя по последней фразе, ой, чё-то ой будет, действительно. Матерь божья, что тут творится? Граф Монте-Кристо, ты там еще живой? Не понял, по-моему, я только что был в вертолете. Как я тут оказался? Выпустите меня! А он бегать! Блин, я не могу бегать, ребят. Меня не упускают. Что, субтитры на русском и все? Ну, как бы да. К сожалению, здесь русская озвучка, видимо, не завезли. Блин, было бы, конечно, реально круто эту игру мне стримить ночью, но... Черт. Боюсь, мы бы точно с вами далеко не прошли. Какие-то фотки детские. Тут Джессика. И все. Короче, шкафчик Джессики и какого-то паренька. О, мужик! Блин, почему я бегать не могу? Что я за инвалид-то такой? Мужик, ну подожди, да останови ты его. Крикни что-нибудь. По-моему, меня заманивают куда-то. Тогда читаю, у меня не видно текст. Ну, хорошо, ладно, тогда по просьбе зрителей постараемся читать. Ну, тогда просто может получиться так, что я некоторые вопросы в чатике буду пропускать. И не смогу ответить. Я предупредил заранее. А вот и Джессика. Что за... Так. Какая-то психоделика, ребята. Пока немножко непонятно. Это, видимо, ему приснилось. То есть вот он как раз-таки после крушения вертолета очухивается. Вот, его тут какой-то крышкой придавило. Ну, фюзеляжем стопудово. Коснитесь несколько раз. Ну, давай, давай, давай. Играю, как вы поняли, на клавиатуре с мышкой. Конечно, первым делом камера. Да. Пофигу на людей, камера важнее. Так. Сдачу всегда можно видеть, нажав Tab. Он кричит Лин. Найти Лин, нет ничего важнее Лин. Посмотреть запись. История Джоун... А, ну это, в принципе, то, что мы как раз-таки и наснимали. Причем, реально, по-моему, я вот так вот камеры-то и двигал, ребята. Офигеть! Я реально вот так вот и снимал, если вы помните, да? То есть камеры туда-сюда трёс. Это, то есть, не заготовленные видеоролики, а именно как я снимал. Вообще крутяк. Мне уже нравится. Так, использовать батарейку, использовать бинт. О, если кто играл в этот, Alone in the Dark последний, да, то тут, наверное, в курсе, что там тоже можно было курточку так, короче, раскрыть, да, и, то есть, осматривая себя, использовать какие-то предметы. Мне эта задумка, ну, нравилась, она, конечно, выглядит она классно, но, может быть, не практично, но все же мне нравилось. Все вспомнил, что за игра видел трейлер по
этой игре норм. Но я тоже только трейлер видел, да, это ужастик такой. Нажмите Space, двигаясь вперед. Блин, он инвалид, он должен, я не знаю, бегать, прыгать, что? Чтобы забраться на уступ. Так, ну, подсказки я уже читать не буду, ребят. Как бы они тут вам никакой информации не дадут. Просто первая смерть. Ну, как обычно, знаете, убивает не монстр, убивает окружение. Так, все нормально. Блин, и спускаться-то заново. Ой, я могу бегать. Я могу бегать, ребята. Все, он научился этим заниматься. Блин, конечно, вот инвалид не может даже со ступа слезть нормально. Так, ищем Лин. Важное событие должно быть снято на видео. Нажмите, чтобы навести камеру, запись начнется автоматически. О чем свидетельствует мигающий красный индикатор записи? Нажмите, чтобы продолжить. Так, и чё? Вот дерьмо. Видео снято. Нажмите просматривайте снятое видео, чтобы узнать больше о событиях и целях. Ну, давайте посмотрим. Крушение. Ногу сломал, разбился. Нет, он бегает. Теперь он бегает. В школе не хотел, а здесь норм. Так, ее тут не было. Тело Лин не было среди обломков. Она еще может быть жива. Интересно, а как он сделал такой вывод, извините, когда... Даже он не осмотрел все обломки. Может, она вот за вертолетом была. Чувак меня немножко поражает. И чё, вот куда мне? О, стоп. Поднять бинт. Бинт — это хорошо. Мне не явно вниз. Мне куда-то наверх. Ой, я горю. Ну, и чё? Хоть бы фонарик какой-то дали. А, вон какой-то костер. Чтобы использовать ночное видение... Ага, я тебя понял. Так, вот уже что-то пошло. Слава богу, тут не надо удерживать камеру, чтобы все это смотреть. Так. Он ругается, ребята. Это случилось не при крушении, черт. Ты уверен? То есть мне надо вот снимать именно вот этого товарища. Ну, окей, раз игра настаивает, давайте снимать. Пилот, я даже не помню его имени. То есть это сделал... То есть это пилот? Офигеть. Каким нужно быть человеком, чтобы содрать кожу с живого? Святой Иисусе. Лин! Так, ну мы тебя поняли, чувак. Ну побежали, чё. Пока все норм. Обычная прогулка по лесу, тут по ущелью. Черт, я пропустил, что они там говорили, ну ладно. Ничего обычного. Так. Что-то опять какая-то запись. Город, слава богу, я думаю, что в многих километрах от цивилизации. Где-то город тут увидел. Даже я не вижу. А-а-а, все понял. Я вижу город. И что, у меня тоже в таком в таком цвете будет все. Тут не должно быть ничего на милю вокруг, но... Я тут был не один, черт. Я тут был не один. Угу. В общем, да, действительно, видосики у нас получаются интерактивные, то есть, как я снимаю, с фильтром, без, то же самое мы потом и видим, то есть, это не заготовленное. Это радует. А, слушайте, блин, у меня же батарейки не бесконечные, я забыл про это совсем. Так, ну, постучать. Эй, я заблудился и ранен. Эй, блин, застрял. Да сломай ты уже, блокируется. Блин, это чувак на что-нибудь вообще способен? Окей. Минутку. Да. Ну что ж, погнали дальше. Опять ни черта не ви... Вон там что-то. Да... Чувак, ты издеваешься? Он может от кактуса откинуться. Опять ни черта не видно.
Там кто-нибудь есть? Открыть, открыть медленно. Эй, приятель, да он же труп. Во дерьмо, вот блин же. Просто так вышло, ну да. Оу. Так, стоп. Нет, так не видно, моя дорогая милая Элли. Я не могу вынести того, что мы сделали. Я не могу быть далеки от наших малышей. Поэтому я решил покончить жизнь. Надеюсь, ты простишь меня за то, что я оставляю тебя одну. И да простит мне Господь этот последний грех. Я знаю, что мы должны были принести их жертву. Но моя душа разрывается и больше не хочу жить. К счастью, конец близок, и мы сможем снова быть вместе, если только Господь не обречет меня гореть вечно за этот грех. Пока же я надеюсь, что в руках папа Нота ты нашла утешение, которое нужно каждой женщине. Навеки твой Том. Немножко странная предсмертная записка. Негостеприимные люди. Ну да. О, поднять батарейка. Да, блин, я пока что немножко в управлении путаюсь. Так, есть тут еще что-нибудь? О, Иисус. А почему Инри зовут? Окей. Иисуса переименовали. Это не я стучал. Ну нафиг, пошли отсюда. А можно я дверку за собой закрою, да? Вот, спасибо, так надежней. Что это? И я за ним не пойду. Не-не-не-не-не-не-не, ну нафиг. Пустите, пожалуйста. Он наблюдает за мной, ребят. Лжец, отец жилцов. Блин, я не могу туда проникнуть. Окей. Вон еще один, кстати. Сюда тоже не пускают. Он исчез. Ребята, он исчез. Вот еще. Еще один. Оу. Это корова. Ребята, это корова. Что я тут забыл? Что я тут ищу? Забито на бабу. Баба зло. Если кто играл в Resident 7, ну... Рена, да, то он в курсе, что там из-за бабы все проблемы были. Спрятаться. Че, серьезно? Прикольно, слушайте. Это еще можно выглянуть. Я вас понял, я учту это. Вы слышите это? Кто-то орет. Фак, фак. Сейчас стопудово какая-нибудь старушка внутри будет. О, слушайте, я не обратил внимания, это что, баба с ребенком? А, ребенок это кукла, но девушка была живой когда-то. Здесь можно спрятаться. Ну, давайте почитаем записку. Дорогой отец наш... А подождите, получается, текст-то я сфоткал, да? Вот, дорогой отец наш, возлюбленный Бог продолжает благословлять мои видения. Я уверена больше, чем когда бы то ни было, что наш враг с каждым днем все ближе. Я отмывала полы в комнате Даниэля, когда в меня вошла благословенная музыка и направила меня на путь истинный, где я увидела создание, похожее на горящее солнце со внутренними рядами зубов на зубах. Зубов на зубах? Ого. Свисающими ниже ног, которые я приняла за руки, но которые... были... Ребят, я это опущу. Слово, да, готовим к зачатию, это чудовищное солнце сошло вниз. Ну, я матом не ругаюсь, но извините, тут очень много... поимело землю, ладно, и дало жизнь великому и гробатому ужасу из огня. Я была наполнена тем же страхом, таким сильным, что я не могла дышать и двигаться, и увидела, как много лет назад ослепляла Даниэля щелочью и попыталась поплакать, но не смогла, и когда проснулась, то была мокрая от похоти.
болезненно желающий ощутить себе мужчину. Это чувство было очень похоже на страх. Я попыталась успокоить себя наставлением «Ужас похож на радость в движении Бога, но мне бы больше помогло ощущение твоего мужского начала во мне и неистовая молитва о том, чтобы Антихрист задохнулся в моем чреве. Самая верная из твоего стада в священном возжелании, Лиза». Они какие-то ненормальные. Это вот та девчонка из первого письма, получается. И кому она пишет-то? Отцу? Офигеть, ребята. Помоги парню быстрее, а то убью час. Это скриншот, поэтому он жив-здоров пока что. Офигеть, что тут пишет? Слушайте, бинт. Может быть, мне бинт стоит юзнуть, потому что он вижу тут... Кровь, вот. Ну, нашел я и чё. Использовать батарейку, вот, использовать бинт. Вам сейчас не нужно использовать бинт. Все, все, я понял. Бинт мне не нужен. Нафиг эти записи. Пока можно насладиться мирной прогулкой, так это... Давайте наслаждаться. Ну или почти мирной. Так, вот запись пошла какая-то. О, это полная задница. Ну-ка, давайте посмотрим запись. Он просто какие-то комментарии еще оставляет к ней. Стена трагедии, с колючей проволокой. Я чувствовал напряжение кожи. Кто-то посмотрел на меня. Где? Я не видел. Смотрели на меня до этого. Да, с батарейками, чувствую, тут совсем беда будет. Чтобы открыть окно, нажмите... Да, ради бога. Что за нафиг? Слава богу, я этого не видел. Да, освещения тут явно не хватает. На некоторых дверях есть засов, который можно использовать, чтобы заблокировать или разблокировать дверь. Ага, я тебя понял. Вы можете спрятаться под кроватью. Да не хочу прятаться под кроватью. Перезагрузить, открыть. Ага, то есть это закрыто, окей. Разблокировать и открыть. Так. Ага, дырка. Дырка какая-то есть. Блин, ну походу без своей камеры вообще ничего не может. Так. Все, бежим, а то мы слишком засиделись в этом городке. Ну нафиг. Сатанинском дэй, сатана, что-то там, бог. Что? Оу. Вы посмотрите только на это, ребята. Это куклы, куклы. Здесь-то есть, по идее, принимали у кого-то роды, что ли? Офигеть. А вот и записка, ну-ка. Так, мы ее сфоткали. Давайте почитаем. Песнь повитухи. Дитя идет, готовьте нож созданию ночи, и матерь за грехи свои несет врага внутри. Хором. Славься Боже, буры шли, нам неведом страх. Враг родится, чтобы сгинуть в храмовых вратах. Живот растет, растет дитя, посланец темных сил. Урат, мы молимся, и свой готовит нож Иезекииль. Офигеть. Реальный культ какой-то. Мне уже стрёмно. Что? Что это? Это дети? Чё, серьезно? Это живые дети? Да, это люди, это не куклы. В такой дом без топора нельзя заходить, это точно. А он с обычной камерой туда попёрся. Крест. Так, и чё, и куда мне? А, вот, вот проход. Лошадка. Ну, блин, реально нифига не видно. Качельки. Нажмите С, чтобы ползти. Ну, давай, окей. Блин, Вторая мировая, ребята. Вспоминаем. Вспоминаем молодость. Вон, колючая проволока. Все, все, все как надо. Здесь есть что? Проход какой-нибудь? Да нет. В книге жизни убитого искупа. Искупителя. Черт, черт. Кривым ножом легион сковал цепями каждого человека.
Крещение лезвия для пучеглазого барашка. Рассыпатель дурных семян. Я вообще не понимаю, что они бормочат. Смысла в этом пока вообще никакого нет и не вижу. Мне от нее бежать надо? Что? Черт! Фак! Я помню, там где-то была эта кровать. Все, отстали? Твою мать. А, во-во-во-во, вижу, вижу. И, по-моему, она там не одна, их было двое. Черт. О, толчок. Дайте облегчиться, пойду дальше. Че, все, они исчезли? О, домик. Ну, конечно же, заперто. Как иначе? А, ну вот, есть окошко. Так, закрыть. По-моему, Resident Evil 7 курит нервно в сторонке. Так, бинт. Нельзя больше носить бинтов. Замечательно. Так я их и использовать не могу. Ну ладно, будем знать. Если что, бинт находится здесь. Так, все, погнали. Окошко можно закрыть. Ха-ха, прикольно, закрывать только изнутри. Угу. Нам явно сюда. Так, кто-то где-то кричит. Никого нет. Вообще никого. Вы можете предлагать некоторые предметы, удерживая... Ага, я тебя понял. Ну, мне как бы... А, все, понял. Все, вот так вот тут. Блин, как-то он ее нафига каждый раз приседает, чтобы ее катить. Бытбитыч, здорово. Ить. Психушку проходил. Ты имеешь в виду первую часть? Нет. А вторая — это только начало. Глава вторая. Ух ты ж, блин, сколько тут читать-то. Ребят, ну они тут пишут действительно такой несуразный бред. Вон там седьмая глава. И сказал Господь: ты не глаз свой вырезал, но нарост, который глазом считал, теперь ты можешь видеть. Мне кажется, если я это буду читать, я в их веру вступлю. Нет ничего важнее Лин. Да господи ты, боже мой. Я тебе сказал, забудь ты про нее. О, блестяшка. Ну, это было ожидаемо. Вот что-что, это ожидаемо. Да-да, окошечко прикрой, мало ли. Угу. Ну, боюсь, там это не поможет. Но я пытался, честно. Он еще и очкарик. Оу. Бог хочет, чтобы умер? Хорошо. Так, впереди что? Что, есть что-нибудь полезное-то? Спрятаться. Вот, возьми ты фонарик человеческий. Нет, он с этой камерой бегает, блин. Детям потом своим будешь на ночь показывать, да? Ты сейчас где? До самого начала, вот абсолютно. Вот крушение вертолета. И все, вот мы оказались в какой-то деревушке. Я, честно, сам с трудом понимаю, где я и что я. Что от меня хотят. На ведьме. Ну, тут что-то есть такое, да, какие-то бабы бегают за мной. Видимо, я популярен. С помощью микрофона камеры можете слушать через стены и записывать звуки. Нажмите V, чтобы... Управление твое идет от поколения к поколению, чё? Говорящие, что сердца наши слабые. Я не хочу ничего записывать.
Отчаяние — это только отрицание этого Господа Бога. Все, ну нафиг, выпустите меня. Просто выпустите. Ну, давай, пошел. Так, а вон мужик какой-то. Так, переходим в режим стелса. А слушай, а может быть он дружественный? Ну, давайте подойдем. Он стопудово друг. Как ты спрятался, даже не понимаю, и Куплинов тоже. А, ну мужик, ну черт! Ну у меня же хорошие намерения были. Пошли вон. Все, я в домике, я в домике. Вы можете спрятаться под кроватью. Да как? Да пусти ты меня сюда, ну. О. Так, все, я в домике, я в домике. Все? Можно улазить? По-моему, они идут. А, пошли, погнали. Да черт же ж тебя побрал-то. По-моему, меня нашли. Что, где я? Что я? Не вижу ни черта. Моя рука. Я думал, он друг. Бэби Тыч подписался на YouTube канал. Спасибо за подписочку, красавчик. Так, где мы стартанули? А, все понял, как раз таки в этом домике. Ну давайте сразу же тогда пойдем, мы здесь все знаем. А почему она открыта? В смысле? А, фак. Просто бежим, ребята, бежим. Нажмите аж для лечения, не хочу ничего жать. Я в домике. Где тут туалеты? Что тут есть вообще? Пошел вон. Ой, по-моему, меня запалили. Ребята, ни черта не вижу. Через дверь, офигеть. Был пацан, нет пацана. Уже второй раз, what the fuck. А я не ждал, в первый раз там бабки этой не было. Откуда она взялась-то? А что за хрень? У меня у других не отображается подписка. В каком плане? Это ты имеешь в виду на других стримах? Это если у них там не стоит, скажем так, какой-нибудь программки для этого. Соответственно, и не отображается. Блин, опять я ее закрыл. Все, я понял, понял, мужик. Не дурак. Давай ты прячься под кровать-то. Так, тише, тише. Слушайте, то есть получается после каждого сохранения, да? Они что-то делают. С горы Сион, че? Все, вали отсюда. Ой. Да блин, да ты издеваешься, мужик. Короче, побежали, ну нафиг. Здорово. А, заперто. Я подписываюсь, не отображаюсь. Ну, вроде я уже ответил. Так, ребята, ну нафиг, просто побежали. Да отстань ты от меня. Что, что происходит? Что за психоделика? Боже, голова. Что? Это что было? А, им тоже плохо стало? Хотя остальные отображаются. Не знаю, вопрос хороший. Ребята, что произошло? Давайте, ладно, хильнемся. Хильнемся быстренько. Ну нафиг, просто пошли отсюда. Ой. Так, все, сфоткали.
Офигеть, а что произошло-то? Любимая, будь сильной. Папа говорит нам на каждой службе, что Господь помнит о наших грехах, в наших снах, и мы должны смотреть им в лицо, если хотим оставаться с Господом. Если видение становится хуже, если они в наших открытых глазах, это значит, что они с головой приближаются, и что будет нелегко. Но по ту сторону нас ждет рай. Бог любви нас никогда не дает больше, чем мы можем вынести. Всегда твой Филипп. Ну, может быть, знаешь, в чем фишка там вот с колокольчиком на Ютубе какая-то проблема. То есть, видимо, надо на него нажать, то есть, типа, оповещение какое-то. Я не знаю, может быть, мы там что-то пропустили? А, чё, я же могу этим воспользоваться. Пойдемте исследовать. Нафиг эту лин. Нафиг эту лин. На тебе. На, блин. Будь мужиком-то, вдарь ты хотя бы кулаком, я не знаю. Что за беспомощное существо? Там где-то, по-моему, домик был, в который я мог зайти. По-моему, вот этот. Да. А, ну тут вообще ничего нет. Окей. Ну все, значит, тогда ладно, погнали. Погнали дальше. Вот только вот как-то же сюда можно пробраться-то? Ну давай, я всегда буду благодарен. Ты можешь меня не спрашивать, просто можешь сделать. Кстати, в этот раз, да, вот при подписке задвоения не было, значит, я все правильно в прошлый раз настроил. Все, огонь получилось. Здорово, Леха, привет всем. Хоррор, это хорошо. И тебе, кстати, здравствуй. А, как сказал бы брат, нравится. Ну, да, тут ребята просили хоррор запилить. Я подумал, почему бы нет. В эту игрушку я не играл. Я не знаю, что меня ждет, ребята. Так, мы пришли к какой-то циркушечке. Ну и чё? Ну пришел. А открыть, впустить меня. А, вот. Ну конечно же. Все не как у людей. Через жопу. Ну, естественно, по миду мы не пойдем, поэтому. Давайте посмотрим, что тут сбоку. Так, здесь заперто. Кстати, я колокол всем ставлю, все равно. Машине по подпискам пофигу. Ну, блин, я даже не знаю тогда, в чем проблема. У меня, кстати, ну, такое было, да. Вот я поменял программку, все норм, все заработало. Вроде пока сбоев еще не было. Правда, тут всего лишь она стоит второй стрим, но все же. Так, можно налево пойти. Знаете, налево пойдешь там. Никуда не попадешь, направо пойдешь. Там в ад попадешь, прямо пойдешь, смерть свою найдешь. Ну, давайте в ад. А, тут вообще закрыто. Окей. Значит, нам только сюда. Опять какая-то записочка. А, проповедь Салемана Нота. Оу, ну тут так написано не очень. А, я еще могу приближать. Не, не буду я это уже читать. Это стопудово вырезка какая-то из этой Библии. Как я и сказал, я не хочу в их секту вступать. Какие-то катакомбы. Оу. Клетка? По церкви. Чего? Какой-то стрёмный мужик. Отдайте мне все, что владеете. Отдайте мне свою жизнь. Отдайте мне детей. Отдайте мне их жизнь. Я спасу вас. Да ну нафиг. Может быть, потому что я в Испании. Да по идее, какая разница, откуда ты. Будь то даже, я не знаю, в Африке. Так, поднять ключ от тюрьмы. Ну, давайте, думаю, пригодится. Тут какой-то песик типа в клетке сидит. О, записка. Ну, давайте спустимся. Дайте мне крюк, позволь мне поиснуть. Well... Пол, поскольку папа Нот теперь слушает тебя, я хочу рассказать волнующую историю, которая, как я надеюсь, является только следствием моих страхов и ничем больше. Его главный священник Вэлл пришел ко мне сегодня перед рассветом с невнятным предложением. Он вел себя так, как будто предлагал что-то тайное сексуального характера. По-моему, у них тут у всех только один перепихон на уме. Я хорошо знаю Вэлла, его характер, поэтому его предложение ужасно меня испугало. Я бы ни за что его не приняла.
Вол не вдавался в подробности и сказал мне, что в наших сердцах есть места, до которых папа Нот не сможет добраться, хотя нужно признавать, что Вэл больше интересовался другими частями моего тела. Еще бы. Я сказала Вэлу приходить вечером, поэтому мне нужно было подумать, но только потому, что Нот может присылать людей с сильным характером, чтобы тайно свидетельствовать о том, что мои подозрения богохульство и предательство, и выразить их, пока они не причинили вреда. Надеюсь, папа сможет помочь, потому что я ужасно боюсь Рут. Да. Я пока ни черта не понимаю, ребята. А вы? Да встань ты, ну. О, батарейка. Вон, лежит обычный фонарик человеческий. Поверьте мне, профита больше. Ключ от тюрьмы. Ну подожди, ну ключ... Куда мне вот юзать-то? Этот сдох. Кого мне выпускать-то? Тебя, что ли? Нет. And... Я не знаю, это точно не английский. Ты к бабке не ходи. Не знаю, может быть, обратно наверх надо вернуться? А, как прога называется? Этот, стримикс. Это на комп. Ну, блин, на андроиде я сомневаюсь, что тут можно в это играть. Ну, подождите, я взял какой-то ключ. И что? И куда мне его применить? Ключ от тюрьмы. Так тут нету ничего, нету никаких дверей. Так. Вот, вот он держит ключ какой-то. И чего? Ребят, кто знает, где тут какая-нибудь дверца? Внизу? В канализацию? Не может такого быть. Это тоже ничего не даст. Тут все... Ну, вон дверь какая-то, хорошо. Я ее вижу. А как мне попасть-то? А, ты, блин, тормоз. Все, понял. Твою мать. Отстань от меня. Все, пошли отсюда. Пошли. Быстрее, быстрее. Так, еще бинт. Вот, мы вошли теперь в церковь, получается. Слава богу, дома никого нет. Слава богу. Так, на второй этаж можно подняться. Так, ну это блокируется, хорошо. Вы можете спрятаться в шкафу. Мне кажется, это неспроста. Хватаем записку и в шкаф. Но опять это проповедь. Да уйди ты. А, вот, разблокируйте, открыть. Бред меня свои чертовы руки. Заперто. Блин, не вижу, что там происходит. Здесь тоже пусто. Ну, вроде да, вроде да. Так. Это Лин была. Сейчас я тебе точно даже скажу. Нет. Нет, не так. Не стрим X, а стрим микс. Именно вот M и X. Ить. Давай ты прыгай. Все, нашел бабу. Забирай ее, вали на самолет свой. Слушай, сколько она тут пробыла-то уже? Нужно бежать. Да вдвоем бы убили, ну. Трусиха. Джеронимо! Побежали. Давай, 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 давай. Блин, а, давай бежать, остановились. Куда мы побежим? Подальше куда-нибудь отсюда. Окей, это я тут сократил. О, за ручку еще идут. Вообще красавчики. Причем, заметьте, впереди идет женщина. Да, да-да-да-да, именно так. Ну вот сейчас я ее тыщу. Тестю.
Ну, вы поняли. Занимаюсь тестированием. Да, отпусти ты мою руку. Что они с тобой сделали? Я думал, ты умер. Я думал, что все умерли. Все хорошо, я здесь. Нам нужно выбираться отсюда. Боже, боже, я не могу говорить об этом. Что они с тобой сделали? Лин! Пожалуйста, Блейк, прошу не спрашивать. Дети, у меня есть новости нелегкие. Сегодня вечером, спустя все эти годы страданий, наша вера была признана. Ну, она меня ведет. Я, в принципе, даже тут не участвую. Хм, а тут красиво, слушайте. Я бы, наверное, тут домик бы снял. И остался бы жить. Она носит ребенка в животе. Лично смотрел ее, это похоже на правду. Он сумасшедший. Пожалуйста, Блейк, я просто хочу выбраться отсюда. Я не успел даже читать, что они... Ты беременна, что за хрень-то творится. Я не могу сейчас. Да, Битбитыч, все правильно. Я же уже сказал. Куда она меня завела? Как она вообще что-то видит? О, неужели? Воу-воу-воу-воу-воу. Оу, они за ребенком пришли. Что происходит? А как она вообще забеременела? То есть, типа, молитва, все дела, и уже ребенок готов, да? Ни черта не видно. Я не вижу, что они делают. Ух ты, это кто это такие? Еретики. Может, какие-то голые бегают? Что происходит? Они, походу, ее насилуют и меня. Матерь Божья, блин, я камеру не могу включить. Но не видно ничего. Я смотрел, как мой отец твоего бога до смерти. Цыц. Лин, стойте, нет, подождите, не надо, нет, нет. Ради святого, да. Что она делает? Или это он? Тоже не пойму. Вроде мужик, сисек нет. Не, судя... Не, это все-таки... Женщина, уйди отсюда, ты стрёмная. What the fuck, ребята. Уберите детей от экрана. Yes, my love. Да, любовь. А, мать у нас. Думаю, мы еще увидимся. А что ты его в живых оставила? Пока ни черта непонятно. Но стрёмно до чертиков. Они ее забрали, да? Давай ты включай свою камеру. Или это они ее убили? Да хорош, приходи ты в себя. Он пьяный. Ребята, он пьяный. Нет, это не Лин. Где Лин? Это тоже не Лин. Окей, значит, погнали вперед. Это не просто культ. Но две стороны, христиане и... И что-то другое. О, городишко какое-то. Можете спрятаться, погрузившись в воду. Ага, вон вижу людей. А как погрузиться? Типа, все, все. Я вас понял. Все, поплыли, поплыли отсюда. Быстрее, быстрее. Под мост. Он еще плавает под водой, нет? Я хор криков. Ага, я темный плащ. В смысле? Как ты меня нашел?
Ни черта не вижу, не понимаю. Беги, мужик. Беги, Форест, беги. Так, я вижу, вижу дом. Открывай быстрее. Ну, прячься. Ой, меня засекли. Фак. Нет, нет, нет. Блин, а чё они такие шустрые? О, опять. Хоть другая смерть убийства. Я аж прям прочувствовал это. Вообще, как он меня заметил-то? Даже я тут ни черта не вижу. О, окошко, то есть можно было вот так вот сделать, да? Окей. И это окошко. Эхей. Ой, там кто-то шел. А тут открыто, закрыто. Давайте заблокируем. Тише, тише, меня здесь нет. Какая у меня теперь? Опять найти Лин? Задача искать... А, искать вверх по течению, окей. Я надеюсь, он тут один на уровне. Так, я вижу тут то ли батарейка, то ли что. Нет, это засов. Здесь фонарик. А, тут ничего нет, вообще пусто. Он в воду спустился. Зачем, мужик? Вверх по течению, вверх по течению. Кстати, он вижу еще одно здание. Ну, давайте туда сходим. Наверное, через него будет проход какой-то. Самое главное, не шуметь. Опять этот свет. То есть теперь я могу... Что? Как я в школе оказался? Я не хочу снова в школу. Ну вот у меня так, такие же новости. Это мне снится, я совсем слетел с катушек. Есть такое. Мне жаль, что приходится делать это. Должно быть, ты любил меня. Должно быть, ты помог мне. Господи, прости меня. Я не знаю, что делать. Мне так жаль. Джессика. Вот, Джессика, это фотка, да. Вот, которую мы видели в шкафчике. Та же самая фотка. Выпустите. Так, опять этот коридор. Не хочу туда идти. Блин, а это закрыто. Ну, ладно. Я не знаю, мне почему-то вспомнился этот фильм «Кошмар на улице Вязов», где там вот в школе была какая-то сценка такая. Черт, меня там уже кто-то ждет. Ну, и не, мужик, я к тебе не пойду. Так, чтобы взаимодействовать. Окей, покати. Что за нафиг, ага. Я хочу сыграть с тобой в игру. Он еще все там. Что, что происходит? Что, меня сейчас опять из школы выкинет? Черт. А, мужик пропал. Все, спасибо. Спасибо. Лестница. Нельзя пройти. Ну, выход. Пошли на выход. Подними глаза, он там летит, коза. Ага, и заперто сразу же. Окей. Снег. Ни черта не вижу. Забор. Мы уперлись в... А, вот калитка. М?
То есть все это время ему что-то чудилось, а шел он по реальному месту? Офигеть. Надеюсь, ты нормальный мужик? Ты он не так ли, чужак? Глаза Нота, они ведь убили тебя? Нет, пока нет. О, вроде это нормальный, смотрите. Они сделают это, если найдут тебя. Пошли. Офигеть, тут есть еще нормальные люди. Меня зовут Итан, но я имею в виду, ты один из них на чьей-то стороне. О том, почему я не пытаюсь тебя убить? Да, именно об этом. Я нерожденный. Я видел слишком много, чтобы сохранить веру. Чё? Ты не один из тех других еретиков. Я не сказал ни слова, когда кожа моей жены покрылась язвами, и из нее пришлось изгонять дьявола. Я не жаловался, когда Нот прижимался к моей анали, ну пусть будет так, а ей было только 15. Но тогда он сказал моему внуку, ребенок, которого он зачал, был антихристом, и я должен разрезать ее живот и убить ребенка. И что, ты это сделал? Старый мой школьный прикол, ржали все. Ну, блин, я уже далеко не в школе, поэтому уж извиняй. Я дал ей шанс убежать, рассказывал этим идиотам истории. Я всегда был хорошим рассказчиком, возможно, ты это заметил. Твоя дочка, она была на 8 месяце, блондинка со стрижкой под мальчика? Да. Что тебе известно? Ты ее видел? Конечно, она у меня тут, извините, залезла на меня. Она в порядке? Ну да, конечно, в порядке, если так можно назвать. Да, да, она в порядке. О, слава богу, слава богу. Да благословит он тебя. Ну окей, ладно, я последую за тобой. Что? Что такое? У него, походу, сотряс, ребята. Спускайся в подвал, у меня там кровать. Ты можешь спрятаться, пока не поправишься. Да, конечно. Стопудово сейчас проснется, а над ним уже опыты ставят. Основа на песне Нагиева для МТС. Ага, ну да, подними глаза, я понял. Нельзя взять больше бинтов. А так, окей, я могу их использовать? Ага, понятно, нет, конечно же. Так, а вот и койка. Спать. Ну, окей. Сейчас стопудово приснится какая-нибудь психоделика. Ну и чё? Пожалуйста, Блейк. Где ты? Мне страшно. Он идет. Пожалуйста, Блейк, он здесь. Пожалуйста, Блейк, отстаньте. Быстро. Ну, окей, ему что-то... Я ничего не скрываю. Правда, здесь приходит не с геном родителя, а с поступками. Короче, к нему наглянули с проверкой. Я знаю про пульс папы. Прокурору не нужна твоя помощь в поиске. Так, да, использовать блинт. Нельзя. Воу-воу-воу-воу, я не дослушал. Что там происходит? Офигеть. Короче, мужика этого завалили. Согрешил, когда не отдал дочь... Фу, пророку свою дочь. Пожалуйста, прошу, просто дай мне поговорить. Ты знаешь, где найти чувака? Во-во-во, вижу. А могу снимать? Да, конечно. Вы можете объяснить. Бог не слушает мертвецов. Матерь Божья, что она делает? Оу, она его на кресло садила. Если это можно крестом называть. Меня здесь нет. Бог любит тебя, Бог любит тебя.
Видите? Прикольно, она меня не видит. Блин, ни черта ж не разберешь, где тут что? Подстилка дьявола. Так, все, она ушла, можно влазить. Вот, оторвать доску. А, то есть через люк уже не модно вылазить, да? Черт, ты не выдал ей меня, я найду твою дочь. Ты Лин свою найди, блин, он сейчас будет квесты выполнять мертвых NPC. Пойду-ка я найду чужую дочь. Не, я, конечно, понимаю, что он там жизнь ему спас, все дела, но все же. О, записка. Пол, тебе нужно сказать папе, что Анали была больная, что это правда. Она ушла жить со своей мамой и другими пораженными. Она ужасно страдала, ее раны были слишком тяжелые для осмотра. Я просто выслал ее, потому что больше ничего поделать не мог. Знаю, что я бы не сделал этого, если был бы хоть какой-то другой выход, потому что я любил эту девочку больше своей жизни. Я не знаю, почему папа может подумать, что я брал... Ой, врал. А ты должен убедить его, что это правда. Бог любит тебя, твой кузен Итан. Так мы же отсюда пришли. Или отсюда пришли. Ну, здесь закрыто, хорошо. Здесь тоже. А, вот, вот, да, мы отсюда пришли, теперь нам сюда. Блин, судя по трейлеру, с той бабищей мы еще повстречаемся. Вот, которая сейчас Итана завалила, да? Мы еще увидим. О, вот здесь можно пролезть, нет? Жаль, я бы сократил. Ну, пришел я на свет. О, господи. Что мне теперь делать? О, наверное, по речке вот сюда, да. Куда-то сюда нам. Ну да, там можно было сократить. Так, вон там какой-то мужик. Если мужик... Давай ныряй, короче. Поплыли. Приплавнем, ставьте, найди спокойное место, чтобы восстановиться. А, Библию какую-то читает. Так. Дети, знаю, вы слышите звон бьющего. Блин, не успел прочитать, окей. Да, вот так вот можно было сократить, как я и говорил. Запирайте двери, закрывайте окна, держите любимых поближе к себе. Что за... Вот у меня тоже... А что... У них рога? Офигеть. Ну давай послушаем комментарии. Они сняли с них кожу. Прибили их к деревьям. Она была еще ребенком. Странный комментарий. Снимаешь дольше, чем балабонишь. Так, давайте в домик сходим, может тут что-нибудь тоже найдем. Ну, а пролезть? Нет, не судьба, я понял тебя. Опять бинт. Так, записка. Ну, опять, короче, вот этот стих. А где эта сумасшедшая с Библией? Ушла. Блин, кукурузное поле, мне не нравится. Обычно в американских фильмах по кукурузному полю кто бежит, тот труп уже заранее. Ну окей, давай, сделаем так. В смысле, он вылез там, что ли? Бежим! Да-да-да, бежим, я как жопу чувствовал. Так здесь закрыто. А, вот это сумасшедшая. Ну нафиг, я лучше к тому мужику сбегаю. Черт. А куда идти-то?
Все, вижу, 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 вижу. Они идут за мной, они идут. Так, 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 что тут? О, здесь тоже можно спрятаться? Фу, ужас. Я бы в такой жизни не залез бы. Не, ну, конечно же, жить бы захотел залез, но... Черт, они нашли меня. Я не знаю, куда мы сейчас идем даже. Еще одна батарейка. Сколько у меня их там? Налево, направо, направо. Не знаю почему, но направо. Ой, еще через кукурузу могу бегать. Фак. Блин, решетка. По-моему... По-моему, я застрял. Да, черт, меня нашли. Нет, выпустите. Что происходит? Я не знаю даже, куда бежать, ребята. Их так много. Так, стоп. Ага, все, выход, значит, тогда давайте по старому маршруту. Все, побежали за батарейками. Так, здесь ничего нет. Ага, вот еще парниша. Угу. Да, нам все-таки направо, значит, хватаем батарейку и через кусты. И через кусты тогда полетели к выходу. А если я попал за, может, меня не заметят? Блин, они все сюда идут. Че вы сюда лезете? Во-во-во! Я нашел выход. Давай, прыгай, прыгай быстрее. Так. Все пройдено. Фу, я уж испугался. Пожалуйста, если я попросил ребенка посетить мою семью, да пошел-то. Так, записка. Давайте почитаем. Маленькая пауза. Моя дорогая Джудит, я никогда не был был сильным в выражении числами, как-то... Ой, прошу прощения. Так, я никогда не был сильным в выражении числами, что ты, как моя супруга, хорошо узнал за все эти годы, поэтому я надеюсь, что смогу написать все то, что мужчине так сложно сказать. Я чувствовал твою злость и страдал из-за отсутствия отношений после того, как мы убили малышку Сару. На то была воля папы и Господа. И ты не можешь злиться на меня, иначе мне... Придется быть строгим с тобой, с любовью и заботой, твой муж Маркус. Окей, Маркус. Мы тебя услышали. Оу, это он так жену, что ли, свою? Маркус, ты чего? Куда я иду, что я ищу? О, да и какая бочка, окно ты мог открыть? Блин, персонаж недоразвитый. Ясно, окно не открывается, окей. Блин, да опять ты. Уйди отсюда. Так, взаимодействовать. Какой-то ангар для лошадей. Да все, хорош, я и так пройду. Ну нет, ну откуда вы себе беретесь? Я понял, здесь тупик. А, может вот так вот тут можно еще сделать? Да, можно. Вообще огонь. Блин, ну там не один. Черт, а если я не успею? Ну я не успею, давай, 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 давай. Да вот, а как я должен был, то есть беспалевную тележку пододвинуть? Что за нафиг? Чё-то, ребята, не то.
Мне надо, короче, беспалевно подвинуть туда тележку. Как мне это сделать? Ну, может забить на тележку куда-нибудь дальше попробовать пройти. Ну, очень-очень странно. Давай, кыш-кыш отсюда. Да нету тут вроде никого. Давай, бери тележку, погнал. Во, в этот раз нормально, смотрите. Все, давай, наверх, наверх, наверх. И чё? Нафига я сюда пришел? В смысле, он живой? Да нет, вроде. О, цепочка. Стопудово вот эту дверь открывает. А, тут записка. 7 января, еще троих сегодня отправили жить среди пораженных. Их раны слишком явные, чтобы их скрывать. У них было по 7 детей, и всех их папа Нот отправил не на воспитание. Теперь под моим крылом более 40 сирот, которые беззаветно меня любят как могут только. Дети, брошенные со своими родителями, взаимозависимы, как восходящее солнце. Я и люблю их всех. У меня у самого никогда не будет детей, у меня есть столько нерастраченной любви, когда Господь оставит их, я буду здесь, чтобы утешить и направить. Что значат эти сны? Такое ощущение, что это главный герой написал. Окей. Да я знаю, что надо пробраться через церковь. Нифига себе, как тебя жизнь-то скрутила. Фью. Парниша. Слушайте, блин, даже жутко. Блин, и засекли же, слушайте. Ну, конечно, они сейчас пройдут через... главный вход. Да-да-да, ты упал именно туда. Фу. Ну, игрушка, кстати, она линейная, как я понял. То есть коридор и коридор, да? Есть в нем немножко свободы, но все-таки это коридор. Не, я не против коридора, на самом деле. Так, опять этот свет в тоннеле. Ну, вроде я еще здесь. Ого. Просто все птицы подохли. Это кто? Голуби? Это голуби, ребята. Так, а здесь что у нас? Так, короче, здесь какой-то проход. А в сарайчике что? Так и здесь проход. А, нет. Нет, здесь не проход. Все, я понял. А! Ты издеваешься? Сколько раз я вот погиб от этих еретиков, да, и сколько раз я погиб от окружения. Приблизительно поровну. Ну окей, мы, значит, знаем, что нам налево не надо, бежим сразу направо. А, тут еще записка. Душа Иисуса, подготовь меня, Отец Нот, направь меня к искуплению. Кровь Христа, дай мне испить вина твоего, дай зрение между... Ой, моему вороному глазу. Ангел Божий, одолжи мне свой меч. Добрый Иисус, услышь мою мольбу, исцели меня в своих ранах, держи меня ближе к себе, защити меня от грешного мира и подготовь меня к часу сатаны в братстве храма врат, чтобы я мог защитить создание твое, пока ты не дашь мне остальное. Аминь. Фига себе молитва. Угу. Кстати, в Америке, то есть, люди там произносят всякие молитвы там перед приемом пищи. Прикиньте, бы такую засчитывали. Ить. Во, да-да-да, снимай, снимай.
То есть получается, чтобы узнать больше сюжета, надо периодически, короче, снимать. Но только как узнать это периодически, вопрос хороший. Однажды учитель сказал мне, что музыка птицы является доказательством того, что Господь существует и любит нас. Все, он разлюбил. Любовь прошла, завяли птички, как говорится. Да я не хочу. Так, гравитация — главный враг в играх. Ну, это да. Не во всех, но где она присутствует. Так, и чё? О, Фредди Крюгер местный. А, все-таки это тупик, значит, нам куда-то туда надо. Окей, погнали. Вот здесь я в прошлый раз упал. Хорошо. Должно быть другой путь. Ну, вопрос, куда? Ты издеваешься? Он не может перепрыгнуть вот этот заборчик. Я почти стою на нем. Так здесь тупик-то. Или я чего-то не увидел? Ну, вряд ли я сюда смогу куда-то подняться. Ого! А я могу подняться. Че, и все, что ли? Спустился. Давай, давай, давай. Ну, мне кажется, вряд ли он допрыгнет. Ну, нет, конечно же. Вот чем-чем-чем, а скалолазом я еще тут не занимался. Ну вот, да, видно. То есть кто-то пытался сюда забраться. Ну, забрался. И чё, дальше что? А, вот он, путь по уступу. Для особо одаренных туда он даже кровью пометили. Какой-то парниша хиленький. Так. И чё, в пещеру? Ну, погнали. Воу-воу-воу-воу! Интересно, что меня там внизу ждет. Please stand by, да? Церковь. Нет, что-то похожее на... Храм еретиков. Ого, какое чучело. То есть, по идее, его должны сжечь. Это, знаете, вот у него тут крылья, да, как у ангела. Он держит в руках какую-то странную фигурку, куклу. Еще батарейка. Давай, больше батареек. Почему он их сразу заряжает-то? Может, я на потом хочу оставить? Больно, допрыгнули. Ну давай, вариантов больше нет, в принципе. Интересно, вот все прихожане в этом храме, да, вот таким же макаром сюда попадают и выходят. Так, это лис, да? Я пришел за там... В смысле? Здесь же кто-то висел только что. Ну, блин, я помню. Ну, не может такого быть, чтобы у меня был глюк. Вот, ну, не может. Так, любых еретиков, которые Господь пошлет вам, бежите и ведите в церковь. Так, ну, короче, нам вниз надо. Окей. Молитесь и будьте стойкими. Бог любит вас. Ну, давай, спрыгивай.
Надо идти на свет. Так, опять какие-то решетки пошли. Стоп, сверху кто-то есть. Так а чё, я ж сюда не протиснусь никак. А, нет, снизу проход, прикольно. А, я наверх не выйду. Опять очередная записка. Так, 9 марта. Ладно, читать это тоже уже не будем. Чувак мертвый. Угу. Получается, опять наверх. Вы ненавидите Бога, потому что он заставил вас убить своих детей. Бог сам убил собственное дитя, пригвоздив его к кресту. Тот висел в муках несколько дней, прежде чем умереть. Да, все мы знаем эту историю. Офигеть, сколько тут, конечно, этих писем. Просто тьма тьмущая. Так, чтобы взаимодействовать, ну поехали. Все, хорош. Блин, опять уже внизу кто-то. Идет сохранение. Ну, музычку давайте включим, послушаем. Так, с... Может быть, с лифтом? Так, в смысле, с лифтом? Подожди, да стопудово лифт не работает, и туда надо будет идти. Ну, ладно, хорошо. Давайте, типа, сделаю вид, что должно все получиться. Энергия отключена, должно быть, у них есть генератор или что-то такое. Ну, блин, это очевидно. Если только эта чертова штука работает не на молитвах. Ой, не знаю, не знаю, чувак. Судя по молитвам, именно на них она и работает. То есть теперь моя задача найти генератор. Будь, пожалуйста, где-нибудь здесь, поблизости. Умоляю тебя. Угу, закрыто. Давайте эту батареечку поменяем. А, вот тут еще, по-моему, проход. Нет? Нет. Значит, наверх. Эть, заблудился. Блин, сколько тут всего. Это кто-то живой там? Да, он двигается. Он живой. Половина трупов, половина живых. Фак. Не поворачивайся спиной к папе Ноту, не поворачивайся спиной к Господу. Она работает на жертвоприношениях. Только не на мне... Да, а, да... Не, я в курсе, что я помешал твоему обеду, но не настолько. Твою мать, Imperial Stringers. Здорово, Никитка. What the fuck? Не, вы видели? О, черт. Я просто пришел поздороваться с чуваком. А, ну вот он. Ну и чё? Смотрите, он не нападает. То есть, если я зайду к нему в жилище, ну только тогда нападет. Да, он тут стоит на страже. Окей, фиг с тобой. Я и так пройду. Как обнова YouTube? Да, она, блин, то работает, то не работает, это обнова. О, вот сюда нам надо. Средний, я бы сказал бы.
Опять? Да ты издеваешься! Ты старик! Ты пошел вон! Да. Все понятно, ребята. Короче, к мужику этому лучше вообще не лезть в дом, но стопудово вот мне придется к нему залезть, потому что там будет какой-то либо генератор, либо еще какая-нибудь фигня. Вот, давайте выйдем на свет. Так. Ой, сменить сохранение. Нет. Вот, сохранить и выйти. Ага, спаси и сохрани, должно было быть написано. Что я могу сказать по этой игре? Ну, впечатления на самом деле двоякие. Вот, потому что, например, Resident Evil 7 мне понравился, честно, больше. Здесь вот она такая, больше какая-то атмосфера, да, может быть, напряжная. Но и очень много странностей, непонятно мне полностью сюжет. То есть в чем тут прикол? Ну да, деревушка каких-то еретиков и... Ну, Resident, честно, меня зацепил больше. У него же был топор, нет? У него было мачете. И будем ли мы продолжать в эту игру играть? Вопрос хороший. Вот, я, может быть, наверное, запилю голосовалочку в ВК. Там проголосуйте, будем ли мы продолжать играть в нее или нет. Или найдем что-нибудь другое. Потому что, ну, реально, у меня чувства смешанные. Не могу сказать, что она мне не понравилась абсолютно, но и не могу сказать, что я от нее в восторге. Вот. Так что, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и комментарии в том числе, будем ли мы дальше в нее играть. Вот, я пропаду, к сожалению, дня на 2-3, и потом снова вернусь. Поэтому не скучайте. Я думаю, на канале вы найдете, на YouTube канале много чего интересного. Поэтому всем до новых встреч. Всем пока-пока.